К новому сезону капремонтов готовится Вологда. Программа на 2016 год уже принята в ней 62 адреса, и по каждому идет предварительная работа. Жильцы на общих собраниях решают, что необходимо сделать в доме, а подсказать важные нюансы, представить успешный опыт призван специальный семинар, организованный городским отделением партии «Единая Россия». Он начнется 4 февраля. Подробности далее. Этому дому в районе ПЗ больше 40 лет. Проблем действительно накопилось много. В квартирах, особенно нижних этажей, сыро и холодно. Углы покрылись плесенью. Ремонт нужен. Какой? Жители уже решили на общем собрании. Подвал у нас, вот сколько мы живем, все время сырой. Последний раз канализации чужой заливала 23-24 ноября. Так это в течение года раз в 6 происходит. Свои трубы требуют хорошей замены, потому что то горячая вода прорвется, то холодная. Сегодня дом инспектирует комиссия, представители общественности, городской администрации и депутаты. Этот адрес один из первых, где в 2016-м будет проведен комплексный капремонт. В прошлом году в каждом доме делали только то, что наиболее важно. В этом по поручению главы города Евгения Шулепова и рекомендации активистов Общероссийского народного фронта подход изменили. Сделана будет кровля, отремонтирован фасад, будут проведены работы по укреплению фундамента. Заменен розлив, заменена канализация и отопление. Цена вопроса 8 миллионов рублей. Эти деньги выделят со счета регионального оператора. Контролировать их освоение будут не только специалисты, но и сами жильцы. Как это делать, на что обращать внимание, их научат на специальном семинаре. Его проводит городское отделение партии «Единая Россия». Работы выполняются, жители иногда не информированы, не знают, что сделано. Может быть, жители не устраивают качество выполненных работ. То есть наша задача максимально проинформировать жителей, чтобы они приняли участие в приемке и выразили свои замечания. Обучение такого формата в областной столице пройдет впервые. 4 и 5 февраля всех желающих приглашают в строительный колледж. Своим опытом смогут поделиться и те, кто через процедуру капремонта уже прошел. В общежитиях на Чехова 15 и 19 в прошлом году заменили лифты. Собственники во время ремонта не оставались в стороне и сейчас порядок поддерживают. Лифты поменяли, сами, наверное, посмотрели. Лифты еще не расписаны, хотя уже довольно-таки давно лифты сданы в эксплуатацию. Хотят, чтобы дом был в нормальном состоянии, и сами жители поддерживают порядок. Именно такой активной позиции ждут и от жильцов, в чьих домах капитальный ремонт пройдет в этом году. В списке 62 адреса, и везде будет применен комплексный подход. Мария Поздеева, Михаил Протасов, Вологда портал.